вторник, 21 июля, сразу после 16 часов на перекрестке улиц Милшу и Елговас произошло дорожно-транспортное происшествие. Согласно предварительным данным, водитель, управлявший автомобилем Toyota Corolla, решил свернуть с главной дороги на второстепенную, не пропустив при этом двигающуюся по Смилшу машину Volkswagen Golf. По имеющейся у нас информации, в ДТП никто серьезно не пострадал. Прибывшие на место сотрудники дорожной полиции составили акт, а также записали свидетельские показания. По факту аварии начато следствие, которое и выявит истинного виновника этого дорожно-транспортного происшествия. Нужно отметить, что ранее здесь работали светофоры, один из которых был снесен во время очередного ДТП. Как сообщили нам специалисты управления коммунального хозяйства, к концу месяца светофоры вновь заработают. А пока они призывают водителей быть более внимательными и соблюдать правила дорожного движения.